Всем привет, вы на канале Максим Шоу. Снова FIFA Mobile. Вчера только выпустил видосик, как я поймал Ваньяму 92. Как я задонатил и поймал Ваньяму 92. А теперь мы... А сегодня мы будем забирать ТОЦ Арнольда. ТОЦ Александр Арнольда 92. Начинаем. И посмотрим, изменится ли моя команда. Точнее говоря, ее рейтинг. Надо бы нам денежек подзаработать. Ну, точнее, я их подзаработаю. Там вот эти вот за очки тот обменяю их, короче, на деньги. И это мое и это мое. Вот это задание, которое меня преследует. Тут тарьте уже туда. Есть, все. Первое задание выполнено. Волос на язык попал. Получаем 6 энергии, ТОЦ и опыт. Нам нужно всего лишь 5, по-моему, очков, да? Что если повезет, то можно... Фу ты, блин, я случайно на матч нажал. Я не хотел матч играть. Ну ладно, придется сыграть. То есть, если повезет, то типа с первой попытки можно 5 сразу очков забрать и все. Ну ладно, сыграем матчик, разгромим Баварию. Правда, тут не матч, тут всего лишь один тайм. Так, первая атака. Нойер. Ай, меня хуй стал. Калашинец, принимай. Ну ладно, аут. Аут кидает Жиру на Бабеля. На Мирона навешивает. Вильян бьет. О, какой красивый удар, но... Ближний угол, к сожалению. Давид Луис навешен на него. И он башкой. Очень слабо, очень коряво. И неповоротом. Крыш промахивается. Бабель, атакует Кимиха, пробегает мимо него. Калашинец, вот это я понимаю, атакует. Бабель, пас на Мирона, Миронов пинтил Хумельса, их убьет. Да ё-моё, Бабель, добивание. Забивает, это сквозь Нойера мяч пролетел, но ничего страшного. Так и надо, мы выигрываем 1-0 пока что. Бабель снова отнимает мяч, финт не получился. Хави Мартинес. Дай пас на Комана, но тут Давид Луис. Тут Давид Луис. Что-то мяч отнял и побежал. Кейси Ваньяма. Ой, Кейси. Виктор Ваньяма. Ой, ты что-то... Ну, конечно, об мяч, но... Так, передача на Ваньяму. Сейчас будет первый его гол в нашем... Это первый гол в его карьере в нашем клубе. Ну, солдатик упал. Возможно, в САТАКе уже у меня забивал, но... Тут в матче впервые забил. Ура! Мюллер. Нелме. Нелме, Карл. Ну, потому что он слева там что-то делает. Жиру, ты какой-то ЛВБшник у нас, что ли? Калашина, Калме. Ой-ой-ой-ой, Альмирон провел мяч. Ой! Падает, штрафной. Это штрафной для Виллиана. Оп. И это гол. Вильян забивает за штрафного. Бум, попало, лежит. Просто какой-то ракурс непонятный. Просто гол хороший. Вот, вот это хороший ракурс. Видимо, камеру сбил. Но Ваньяма не смог отобрать мяч. Ведь у нас есть еще Дэн Тонкер, который уже забивал. Вроде бы. Я бегу. Я бегу. Дэн Тонкер бьет и не забивает. Увы, но так. Так, где он там? Попробуем ему гол забить. Наверное, это он. Нет, это Кларк. Кларк! Ай-яй-яй! Стоять, Калашинак! Калашинац! Давид Луис Калашинац. О, Финтюлю. Бьет в ближний угол. Номер. Мы выиграли. Да? Нет? Это что? Что не выиграли? Свой же блокирует удар. Давид Луис на. Спляйн. Все. Выиграли. 3-0.
Стараюсь без того закадычного звука. Ой, закадычного, какое слово ты сказал? Не то слово сказал. Не закадычный, а... Загадочный. Ну вот понимаете, что это за звуки? Так, у нас матч вес атаки. Последний. 100 рейтинг. Ну ё-моё. У меня, увы, всего лишь 93. Ну ладно. Я ж, в принципе, сотку игроков с соткой рейтингом обыгрывал. Соткой общим. Я думал, всю команду выиграл. Ё-моё, там какие-то лаги. Или не уже Виери забил. Чего? Да ну нафиг. Лукас Пакуэта какой-то. Бабель тут на вес играет там. Да, даже боты не справляются. Уже 4-0. Видимо, у него одни отличные моменты, поэтому... Ну... Ну да, с хардкора. Что-то второе. Я на запись постоянно проигрываю. ВС-атаки, а... А когда без записи играю, я всегда выигрываю. Донкер. Победа! Нет. Опять контратака еще. Еще и контратака вообще. Все-таки забил с контратаки, блин. Ой. Такая там куча мало. Ну, давай хоть один гол забей. Нет. Чувствую, я вообще в сухую проиграю. А тут рейтинг вообще решает по полной программе. Бей, твою мать. Атаки с центра поля, посмотри, ни одного отличного момента. О, ну, да неужели, твою мать? Еще и вратарь сейвит. Бей. Да как это вообще возможно? Это вообще невозможно. Столько ударов подряд и все профукать. Блин. О, ё-моё. Ну ладно, что получили, то получили. Все равно мы сможем забрать Александра Рональда. Я надеюсь. Так, турнир серии А, серия А, Лига. Вот. ИПЛ. Так, тут снова баги. Точнее говоря, тут еще багов не было. Так, о, все. Все. Мы забираем Александра Арнольда. Так, набор ТОЦ ИПЛ. И здесь у нас... Открывает возможность тренировать игроков до общего 99. А что, Ультимейт ТОЦ 9 и Александр Арнольд. Какое изменение сыгранности? Вы что, долбанутый, что ли? Да, спасибо. Изменение сыгранности. Я вас убью, если сыгранность поменяется. Я вас убью. Вы понимаете? Или нет? Как каким макаром изменение сыгранности? Ну вот, меняем. Нет никакой изменения сыгранности. Чего вы мне бошку тут заморачиваете? К сожалению, команда не стала 94. Так, надо еще раз зайти в ТОЦ. И забрать там денежки. У нас денежек нет вообще. Мне говорят, будешь забирать еще кого-то? Ну вот, не знаю, как раз таки, не знаю, надо будет ли забирать кого-то еще или нет. Мне бы по-хорошему Алисона.
Разве Эдерсон, где он там? Эдерсон. Эдерсона нет, what the fuck. Походу делает Эдерсона резервист. Странно. Ну-ка, сейчас посмотрим. Погоди. Резервист. Да. Ну тогда надо будет резервиста попробовать собрать. Так. Давайте мальчик сыграем. Вдруг там выпадет. Ну кто-то выпадет еще. Это очень странно, что Эдерсон резервист. К сожалению, это полный матч. Хотя, погоди, я на паузу ставлю. На паузу ставлю. Все, давайте я останавливаюсь, потому что я и тут сейчас на паузу поставлю. Продолжаем. Так, начинается матч. Моя команда АПЛ против Манчестер Сити. Оп, Кларк. Нет, первая атака ихняя. Первая атака ихняя, не моя. Давид Луис отстает от Бернарду. Нет, подкат не срабатывает. Все лагает к чертям собачьим. Наваньям. Пас. О, Ваньяма тоже Фензи доносит. Так, пас на Альмирона. Альмирон Фензюлю. Пас на Ваньяму. Да какой офсайд? Вы что, издеваетесь, что ли? Стоять! Да как ты? Как ты так сделал-то? Стоять, я сказал. Пас. Куд, зачем ты навешиваешь, дебила, кусок? Ну, бабель, ну твою мать. Бабель, бабель, неважно. Я его бабелем называю. Мне так нравится. Беги, 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 беги. Бей, бей. Молодец. 1-0. Альмирон сталкивается и у Давида Сильва не отнимает мяч. Что вообще нормально? Нет. Ваньяма! Физики не хватает. А хотя физики хватило. Слишком много. Агуэра. Пас на Стерлинга. Стоп. Стоп! Никаких голов, жиру. Пас на Ваньяму. Ваньяма бежит. Ваньяма бежит. Ваньяма финт! Блин. Далеко от себя. Держал мяч. У нас же матч, у нас не тайм, у нас матч. Нет, Стерлинг, нет. Вина Бернарду Сильва. Ай, Кепа. Кепа молодец. Нет, забили таки, блин. Нет. Ничего, я им сейчас отомщу. У меня просто рука чешется, блин. Ну, не ладонь там, в другом месте. Ой, блин, я зря, ну зря я... Чё это Агуэра бежит в защиту, я что-то не понял. Херли Агуэра бежит в защиту, я что-то не понял. Пас. Никакого офсайда не было. Бабель, давай. Бель пас на Альмирона, Альмирон туда пас. Ну как ты так пас-то даешь? Пас Сандру, да гол! Нет! Вратарь сейвит! Бей! Да гол, Дон Докер забивает гол. Фу. Извините за такие крики, хрипоту. Леопарды это бьет. Забивай потом. Голову передачи на Дон Донкера от Лапорта и гол. Бабель что-то закрутился на месте, вы это видели? Перемотайте на 5 секунд назад и следите за Бабелем. Ну, он очень странно себя вел. Так, дальше. Вот, стоять. Стоять! Дон Донкер, пас на... Ой, какой хилый пас. Ну, его, видимо, подтолкнули немножко. Дон Донкер, бежи, финт! Пас! Да какой штрафной? Да он об мяч упал, ну какой штрафной? Ну ё-моё. Повтор. Стоп. Там, к сожалению, не показали, как он там упал. Альмирон!
Амирон бегит, бежит, 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 бежит в другую сторону. Беги! Долбаный ты Стоунс! Долбаный Стоунс! Альмирон! Альмирон! Бабель! Гол! Альмирон упал, там рукой мяч придержал. Посмотрите, посмотрите, посмотрите. Посмотрите на вот это. Зачем мне мяч показывать? Вот дебилы. А еще можно, нет? Не, ну что за фигня? Ну ладно, сейчас сами, сейчас, наверное, покажут. Вот он. Нет, не показали. Жалко. Фернандиньо Агуэро. Фернандиньо Агуэро. Оп, финтю. О, Дендонкер, молодец вообще. Дендонкер бежит. Пас. Ну, я думал, ты там будешь. Ну, фигли, Альмирон. Твою мать. Что такое испортил? 3-2 еще будет. Нет, Жиру сказал. Нет. У нас есть хотя бы игроки из Манчестер Сити в составе? Стоять! Обмяч. Вот тут точно обмяч был. Бей! Пусть он засейвит угловой, будет Давид Луис забьет. Давид Луис! Давай, бей. Твою мать, кто ж так бьет-то? Виллиан, добивание. Ну что за наркота? Пенальти? Пенальти, хорош! Чё? Чё я ничего не делал, алё? Какого хрена? Какого хрена штрафной им назначили? Няма! Няма из Тоттенхэма, не путайте. Так. Так, Бабель бежит. Бабель, да твою мать. Тут, в принципе, достаточно уже время потянуть, да и всё. Судью спотыкаюсь, Ваньяма не успевает. Давид Луис спас на Ваньяму, на Фернандиньо. Нет, Кларк Давида Сильва придерживает, но нет. Все равно забивает. Ой, руки заклинило. А ты подошли, солдат. Ой, это нет. Все, последняя атака. Последняя моя атака. И последняя атака вообще в матче. Любой команды. Алло! Хорош! Все, я выиграл. 3-2. Жесткий матч, жесткий. У них 90, по-моему, вообще рейтинг, да? Мы выиграли. Пара-па-пара-па. Экстремальный! Я его выиграл, нифига себе. Экстремальный, это еще сложнее, чем эксперт. Интересно. А, я ради фрагмента резервиста играю это все. Я думаю, ради чего я это все играю. Ой, хорошо. Так, ладно. Фу ты, блин. Вышел за... Пришел за одним, вышел с другим. Продолжаем, я перевернулся, чтобы вы этого звука не слышали. Так, нам нужны монетки. Мы заберем, получается, 400 тысяч монет. Мало. Кто тратит очки Ultimate Tots? Мне вот интересно. Часики тикают. Там еще некоторые фрагменты можно обменять. Так вот, я помню, мне серии А. Были фрагменты лишние. Вот. Мы заберем сейчас еще. Так. Сейчас дошло то, что на запись надо играть со звуком. Не, естественно, Роналду не заберу, но я все-таки берегу. О, еще гонит слухи.
Все, я не заполучил кучу очков ТОЦ еще. Так, ТОЦ. Еще Ла Лиги, по-моему, уже засыпалось. Давай посмотрим. На вот этих фрагмент пике. Фрагмент пике. И еще садочка отлично. Все. Конечно. Идем в турнир, может быть тут. Вот ультимейт. Тут можно будет потратить. Ух ты. Полтора миллиона монет. А вот. Вот напишите в комментариях, что бы вы здесь выбрали. С 92-го Домнарума, 95-го для Вихта, обычное усилие. 4000 обычных усилялок, 2000 редких усилялок, 800 эпичных усилялок, 200 легендарных усилялок, монет, 1,5 миллиона монет и 400 тысяч опыта. Напишу. Я посмотрю. Так, то снова матч в атаке надо играть. Так, состав соперника. Да ё-моё, 96. Чё же я такой везучий-то? Я должен быть 93 уже. Фу, 94. Ладно, докачаем. Ой, как лагает это всё. Ой, ёлки-палки. Кристенс. Как Аля забивает? Я забиваю. Просто говорю, издевайтесь. И чего? Почему экран? Не, ну хорош. Мне тут все лагает. Все виснет. Я должен быть так, в таких. Этих нет, стерли. Очень все тупо. Очень сильно тупит в атаке. Давай, Давид Луи, забивай. На, нет. Деляли в защите. Ну, блин. Но у меня все лагает, я бы так мог. И выиграл его, но у меня все лагает. У меня все отлагало уже к концу матча. Так нечестно, я считаю. Как ты паста даешь? Давай быстрее заканчивайся атакой. Ой, ты ё-моё, ну ты, блин, Альмирон даешь. Ну ты просто вот все сейчас испортил. Задолбали вы уже тут. Все, красава. Я говорю, мне по запись постоянно попадаются соперники сильнее меня. А без записи слабее. Ай,
Погоди-ка. Оу, блин, очень резко не спасибо. Максимум тут сапатом. 94-й, типа, если. Ну, если очень сильно повезет, то может выпустить. Роналду Кулибали Гомес Куагляре Лапелини. Менгалан Жок отзовут Серегу Иричич Ицу Депо. Сапата Пяток, Мертенс Асерби и Киеза. Фух, я не собираюсь тут так надолго засиживаться. Играем еще один матч. Я сыграю его под паузой. Меня бомбит, меня матч опять лагал, блин. У него сыграно, ни хрена нету. Рейтинг, конечно, выше меня, но... Я сыграю еще один матч. Я пока не выиграю, не остановлюсь. Также попал. Фу, ну наконец-то я выиграл, но это был очень плотный матч.